Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Л. И что ж, продолжаем играть в метро. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Так, меня перебил этот чувак. Итак, в прошлом видео мы остановились на том, что мы должны встретиться с Ульманом на станции. Вот, позабрались на поверхность. Была у нас перестрелка с фашистами. Но все же мы их всех перебили, по-моему, с третьей попытки. Ну и забрались на станцию. Ну, теперь мы тут появляемся. О, сразу анимация идет. Так. Фашист. Хедшот. Так, видно, это Ульман. Нам помог Ульман. Так, ребята. Это Ульман? Надеюсь. А что так долго? И где Павел? Неужели он? Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Чё это? Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Что это? Нам дали какое-то странное оружие. О, с глушаком. О, ловушки. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь... Что? Так. Что происходит? Надеюсь, ничего нет. Они нас не заметили. Но если заметили, то придется их убить. Стекло тут понаставляли. Интересно, они выключат свет? Так, ну выключайте свет. Оказывается, еще были в противогазе. Ой. Так, ну что ж, вылезаем. Жри! Это значит... Он нас заметил, да? Что ж... Налево, ё-моё. Так. Меня зацеп... У нас раненые! Тебя оттуда выковыри. Зачем так орать? Будь ты нормальным, адекватным человеком. Не ори. Спокойно. Потише. Так как начнут орать. Чуть палки так шумят, а. Давайте будем нормальными, адекватными людьми. Еще патроны. Так, где тут была веревка, нить. Ох, понаставляют тут, понастраивают. Так, это не надо нам. Стенка. Значит, идем сюда. А где генератор, интересно? Может, это тени мёртвых? Такое было.
А что-то не там. Наверное, что-то смешное. Нет, походу все равно нам придется туда идти. Как работает? Ты, ребят, мы чуть не попались на ловушку. Ну пошли. О, включил свет. И на часы можно заметить то, что сразу появилось красное. Свет у нас проще простого заметить. Так думаю. Вот это забавно. Да. Ух ты. Расплющился экран. Прямо, да? Лежать, лицо вниз. Так, чисто. Вот ты где. В прятки играю. На землю, тварь! Убью! Привет! Гаси, ублюдка! Не, я его даже не вижу. Зато слышу шаги. Жри! Кого? По стенке размажу! Ну ты где они? Не с места! Попалась, сучка! Ой, какие у них выражения, конечно. Сдохни, ублюдок! А, вон. Я здесь. Выходи. Видно, он вообще. Он вообще думает, что я в другой стороне. Ну ладно. Так думаю, вмешиваться. Вмешиваться то, что он там кого-то поджидает, я не буду. Пусть он ждет. Может, дождется какого-нибудь черного там. В принципе, это логично. Ух ты. Тут уже надо идти с противогазом. Ну, хотел, чтобы он встретился с черным, но не я. Так, лосня земли. Так, нам надо сюда. Так. Красивая водичка. Так. Значит, нам надо... Походу по лесенке подниматься, да-да-да. Понимаем, поднимемся по лесенке, там кто-то. Я приду. И скажу прямо в лицо. Я. Нет. Я тебе покажу. По-моему, начал бредить. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Но почему они не хотят, чтобы простые люди не знали? Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока. Метро 2? Зла одержат верх. Ох, метро 2, надеюсь, оно выйдет. Метро 2 для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не утратили еще власть над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Загадка. Только одни врата соединяют. Так, я не понял, я ему в голову хряснул, а он жив. Они меня реально не видят? Давай вперед!
Ну ладно. Погнали меня, Валера. Она, кстати, мне, Валера, с глушаком, по идее, должен был быть. Попалась, сучка! Так, давайте попробуем одну такую фигнюшку. Давай, выходи. Я готов. Так, я и откуда он палит? Гаси, ублюдка! Получи засланец. Итак, насколько я понял, точнее, я ничего не понял, мы здесь всех перебили. Но нам надо было пройти скрытно. Но мы здесь всех перебили. Я так полагаю, ничего страшного. Если что, это не я все перебил. Поэтому волноваться не о чем. Так. Патроны вроде взяли, гранаты у нас есть. Так, зарядим фонарик. Ничего. Нет. Так, ну что, ребята, так понимаю, мы правильно идем? Да, мы правильно идем. В всякий случай. Так, фонарик выключен. Давайте все перезарядим. Тут надо чаще заряжать. Ловушка. Еще одна ловушка. Так, если попали, нас бы деревяшка с гвоздями. Да, солнце, вы слышали? Черные. Или как мы их называем? Волоснёй его. Ой, так. Туда. Я так понимаю, противогаза здесь не надо. Да, тут противогаза не надо. Что-то подлагануло. Артём, братишка, ты это сделал! Ух ты! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе. В полисе, к мельнику поедем. Поехали к мельнику. Ой, ну что ж, мы прошли станцию. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Так. Это так надо, чтобы было черное? А, не, все правильно. А, это у нас опять он у нас мыслит. Так, белый свет. Там. Это конец. Темнота. Ну, может, пустите меня? Нет, туда я как-то не хочу. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Так, это видно. Монстр. Беги, Артём, беги! Ух ты, и что мне делать? Белый экран, чувак. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Это ж этот нам говорил. Хантер, вот. Нам такие вещи сказали. Надежда. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис, и теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Выполнил свою миссию. Но не подумать, это еще не последняя миссия. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашисты приехать захватить ваш станция! Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет.
Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Это я. Видно, черный. Ну ладно, проезжайте. Фашисты. Ауч. Они как кошки в темноте. У кошек-то глаза в темноте светятся. У них практически то же самое. О, на этом бы я погулял. Я думал, это ездит. Это так. Ух ты ж. А еще говорят, в метро плохо жить. Ничего себе. Красиво, да? Нет, правда, красиво тут. Мило. Звонок на урок. Еще один. О. Дымок так. Так. Все. Все. Сидит он тут. Че, патроны продаем? Патронов не надо. Могу предложить. Очки не надо. Давай. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам капитан? Издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Откуда? Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Где? Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как? А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. Идиот. Что-то написано. Дай почитать. Читать хочу. Открой шкаф. Где одежда? Ты сказал, что у меня есть одежда. Вот это одежда. Только у нас. Это лучший курс магазин. На станции. Лучший что курс на станции? Ну давай посмотрим. Оружие, наркотики, поддельные документы. Поддельные документы? А ну дайте мне пистолет, он подделывает документы. О! Оружие, наркотики, поддельные документы. Я приму пулю в лоб. Акции, покупаем. Спеццена на оружие. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Сколько? Вольно. Три патрона. Артем? За пять? Я Мельник. Хороший выбор. Рассказывай. Скидки, акции, спеццена ты на Мельник? Оружие. Мельник. Неудивительно, что у вас тут много хлеба. Ой, так. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это да почти нет, подвиг. Я подвиг. Созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Просьба. Приказ. Проводи парня в зал заседаний. Проводи меня, где ты там. Кто бы ты ни был. Это ты? А ну пошли, телохранители. Ух ты. Красиво, как Белый дом. Уже все члены совета там? Быстрая скорость. Это такие часы? Это сколько часов прошло? Там 4? Вероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных? Интересно. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, из который командного находится центра. Где-то в Т-6. Т-6. Но где, мы не знаем.
Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Библиотека. Это очень опасное место. Читать пойдем. Но в ней есть тайный военный архив. Архив. Нам нужно туда попасть. Попадем. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Угу. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Окей. Вот в библиотеке мы встретимся с библиотекарями. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. И опять один, да? Ой, так. Хотя... Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Ну, в следующем видео мы поднимемся наверх опять. Пойдем в библиотеку и будем воевать с библиотекарями. Найдем архив, где находится карта Т6, насколько я понял. Вот. Ну, я так понимаю, будет экшен. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующем видео.